Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. А вот нашел. Друзья, я неспроста подошел к стенке этого дома. И сейчас вы сами прочитаете «Скорость телеграмм». И таких трафаретных надписей по городу ну просто много. Они практически во всех спальных районах города. Также есть сайт, посредством чего вы можете перейти на страничку, где распространяют и продают синтетические наркотики. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами программа «Семейный доктор». И сегодня эксперты нам расскажут о подростковой наркомании все. Также мы узнаем в общем, что из себя представляет наркомания. Не переключайтесь, будьте с нами. Сегодня наша программа привела нас в наркологический центр, где за главные буквы слова «наркомания» берется человеческая жизнь и стоит на кону. Мы знаем, что любая зависимость никакой хорошей жизни человека не приведет, тем более, когда речь идет о наркотиках, и что хуже всего, когда речь идет о наших детях. Но, к сожалению, им есть место быть, и мы должны знать о них. Мы придерживаемся мнения о том, что эти вещества вот очень трудно, да, назвать наркотиками, поскольку они не содержат, да, природных каких-то компонентов биологических. Это вот в чистом виде продукт какого-то химического синтеза, да, соединения там веществ для того, чтобы вызвать у человека, употребляющего эти вещества, психологическую там, да, стимуляцию. Вот. Их можно обозначить как психостимуляторы. Да. Я более категоричен, да, в своих высказываниях, вот, ну, чем большинство. И я могу обозначить эти наркотики больше как оружие массового поражения. Потому что на сегодняшний день вот, массовость их распространения, она, ну, впечатляет. Как только человек в семье начинает употреблять, все внимание родственников приковано к этому человеку. Либо они его спасают, либо начинают преследовать, либо, ну, есть вот три классические роли родственников, да, там, это жертва, агрессор и спасатель. Вот. Ну, это все, они нерабочие коммуникации, они не работают. Поэтому здесь очень важно работать со всей семьей, не только с самим зависимым, да, а подключать родственников. Это очень важно, поскольку после реабилитации многие ребят, которые срывались, они говорят о том, что я прихожу домой, хочу измениться, но поведение родственников приводит их к срыву, потому что они не понимают, он не чувствует поддержки ни эмоционально, никакой поддержки дома. Поэтому очень важно для нас проводить работу в комплексе. Эти вещества трудно отследить, они не поддаются тестированию. Раньше люди опасались героина, и он был штаммом для зависимого, ну а сейчас к ним на смену пришли синтетические наркотики, которые действуют мгновенно и связывают человека. С чем же это связано? И сейчас мы видим такую тенденцию на, скажем так, наркологическом, скажем так, пространстве, что все меньше у нас становится героиновых наркоманов, все больше обращаются с проблемой наркомании солевой, так называемой, да, то есть, как говорят, скоростные, да, спиды, потому что одно из названий данного наркотика – это скорость, это спид по-английски, соответственно, это у нас те препараты, которые ускоряют мышление, то есть не препараты в данном случае, а вещества, тому, как синтезируются они в лабораториях Китая и Америки, да. У нас, соответственно, наркотрафик идет в основном из Китая. В сегодняшний день картина поменялась. И когда к нам попадают люди вот, да, на консультацию, там, в дальнейшем на мотивацию и реабилитацию, очень легко работать с инъекционными наркоманами. Почему? Потому что есть факт инъекционного употребления наркотиков. То есть, ну, это трудно отрицать, и, собственно, сам зависимый это понимает. Да?
Есть инъекционный ввод наркотиков, он говорит, да, я наркоман, я употребляю наркотики инъекционным путем. Вот. Помогите, что мне с этим делать? С синтетическими наркоманами дело обстоит совсем по-другому. Как я уже сказал, трудно отслеживаемый, не поддающийся тестированию, да? Нету инъекционного ввода, то есть он очень редко распространен. Вот. Его можно употреблять курительным способом, глотательным, нюхательным, то есть пути употребления. Соответственно, чем опасны данные наркотики? Они опасны тем, что кроме того, что они ускоряют мышление, они вызывают зависимость буквально практически с первого же употребления. Потому что, что показывает мой профессиональный опыт после интервью с пациентами, которые рассказывают, что раньше, допустим, они употребляли марихуану, они употребляли какие-то тоже легкие дизайнерские наркотики, и после употребления таких веществ, как мефедрон и альфа-ПВП, желание употреблять их далее возникало практически сразу. Да, то есть желание испытывать эту эйфорию, которую нам дает наркотик, легкость бытия, восприятие того, что ты самый успешный, что ты решаешь все свои проблемы и любые задачи на раз, потому что твое мышление ускоряется. Нужно четко понимать, все, что ускоряет наше мышление, ускоряет работу наших внутренних органов, что вследствие интенсивного и длительного употребления приводит к сердечно-сосудистой недостаточности. Формируется токсическая кардиомиопатия, так называемая, которая в свое время, со временем может привести к сердечно-сосудистой недостаточности, как следствие смерть, молодого человека, не в зависимости от того, что он изначально на момент начала употребления был практически здоров. Что мы имеем в плане психиатрии у людей, употребляющих подобные наркотики? Мы видим симптомы и синдромы, которые характерны для такого заболевания, достаточно, я бы сказала, злокачественного, инвалидизирующего, как шизофрения. Да? То есть мы видим те же самые симптомы и синдромы. Мы видим паранояльный синдром, с бредом ущерба, когда пациент мечется, когда он говорит о том, что кто-то за ним следит, кто-то его преследует, он пытается убежать, скрыться от него, может проявлять аутоагрессию, нанесение себе каких-то повреждений, Он может проявлять агрессию по отношению к окружающим, принимая кого-либо из окружающих за своего преследователя, И это только одна часть из послужного списка зависимого от этих смертоносных наркотиков человека. Нам не удалось застать подростков в центре, но пара молодых людей, не достигших и 30, согласились поделиться своей пережитой жизнью. И у них на тот момент была одна цель – донести до нашего общества, с каким страшным и ярым врагом они встретились и остались с ним наедине. То я один раз употребил, мы собирались через неделю, и сам помню эти эйфорические чувства, как было хорошо. Я пошел еще раз в клуб. И в этом же клубе был дилер местного характера. Я употребил еще раз. Потом уже помимо того, что в клубе, мы уже стали употреблять сначала один раз в неделю употребляли, потом стали употреблять два раза в неделю. Потом три раза в неделю. Дошло до такой степени, что я стал употреблять каждый день. Дома начались какие-то семейные проблемы, я стал не понимать. У меня была какая-то своя жизнь. Мне стало безразлично, как живет мама, родные, близкие. И какой-то у меня дома была такая проблема. Был развод, и в связи с этим я употреблял, думая о том, что я уйду от проблем. У меня был опыт со знакомством с другими наркотиками, и в общем стаж у меня употребление 12 лет, но тот год, который был посвящен химическим наркотикам, он не сравнится с тем, что было у меня за 11 лет. За один день я потеряла все, было такое дно, что я не знала, что мне делать, и конечно же, пришло, как ко мне пришла такая мысль помолиться просто за себя, и обратиться за помощью. Люди под наркотиками сделают все, что угодно, и пойдут на преступление, и сделают все, что угодно, Если взять, характер, девушек, которые начинают употреблять, то это доходит до проституции, и это не книжки, я говорю, реальность, так как оно бывает на самом деле. Переломный момент, произошел уже потом, когда я, в реабилитацию попал. Я прошел реабилитацию курс
в течение там, 5 месяцев, там, полгода я находился в реабилитационном центре, там, Аманат-Рехаб, там, и мне помогли там дипломированные специалисты, там, которые дали там понимание того, что наркотики – это вред, к чему это приведет, там, и полностью помощь и поддержку там. А так могу сказать на своем опыте, что я когда употреблял, там, сидел в туалете, то есть там употреблял, там, мог часами не выходить, там, мне в принципе потом никто не нужен был, ни компания, полностью изоляция от общества, там, деградация полностью личности. Там, наркотики доводили до паранойи, параноидальные видения, там, казалось, то, чего не может быть, какие-то преследования, мания была, там, разного типа характера, то есть непосредственно влияло на мозг, и он, как сказать, плавился, можно так сказать, там. Очень быстро, вот после начала употребления, включается так называемый ослабоумливающий процесс, то есть, ну, который, соответственно, ведет там, к интеллектуально-мистическому снижению, да, и через некоторое время уже можно получить молодого человека, ну, который там, не способен к интеллектуальному труду, напряжению и так далее. Мы сейчас живем на гребне информационной волны, и каждому из нас не составляет труда погрузиться в мир интернет-пространства, где мы можем просматривать различные ролики, которые пропагандируют суицид, и не только. Очень много интернет-ресурсов, где вот подростки подросткам, да, молодые люди. Это, знаете, какой-то такой тренд, когда модно быть депрессивным, каким-то несчастным, да, там модно какие-то иметь суицидальные какие-то попытки, да, вот что-то такое происходит. Естественно, вот в такой, ну, в такой атмосфере появится и тяга, да, к каким-то наркотикам, то есть веществам, которые изменяют сознание. Друзья, в этом помещении и здесь проходят реабилитацию люди, которые зависят от психоактивных веществ. И сейчас эксперт нам все в подробности расскажет. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем прямо сначала. Расскажите, чем вы здесь занимаетесь и как вы вообще помогаете этим людям? Ну, если сказать прямо в процессе, мы здесь возвращаем людей к нормальной жизни, просто к нормальной жизни, к адекватной жизни. То есть это, если что-то произошло плохое, то оно имеет место быть, и это нужно просто принять. И если происходит хорошее, и оно имеет место быть, его нужно просто научиться принимать. Ну, в принципе, вообще в простоте так. Да, была зависимость, да, с ней можно жить, с этим можно работать, нужно работать, потому что зависимый человек выздоравливает на протяжении всей жизни, но наша же задача научиться людей справляться с тревожностью, потому что зависимый человек всегда тревожится. И тревожится он не только в голове, но и в душе. Наша задача сказать, что да, можно тревожиться, нужно тревожиться и переживать, и проживать чувства. Это нормально. Какое поведение у подростков, у зависимых подростков? И работаете ли вы с ними? Да, я работаю с подростками. С подростками гораздо тяжелее, потому что если мы с вами будем говорить о соли, соли спайсы, да, это психотропные, прям в чистом виде вещества. И даже это не столько наркотики, мне кажется, но я долго об этом думала. Это специально разработанная формула, которая ведет людей просто к деградации. Это геноцид. Ну, это в моем понимании, потому как я долго этим всем занимаюсь, с этим работаем. На физиологическом уровне выжигается серое вещество в коре головного мозга. То есть я это видела в институте мозга, и я понимаю, о чем я говорю. Очень тяжело. Всего того, что подростки, они и так, у них юношеский максимализм, им хочется все в розовом цвете, и было бы все и сразу, и того, и другого можно побольше. Вот я им сегодня давала лекцию. Ребенок, хочу, и спонтанность, да? Взрослый принимает решение. И родитель надо, и он сам себя регулирует. И вот между нами происходит конфликт. Он внешне вроде взрослый, а внутри глубочайший ребенок. Вот он вам конфликт. Тревожность, аддикция и апатия.
Вот и все. В принципе, перед нами внешний, якобы взрослый человек. Наркотики, как азартная игра. Человек надеется на крупный выигрыш, а проигрывает целое состояние, проигрывает себя, свое здоровье, свои интеллектуальные способности, свое счастье на светлое будущее, заполняя сердца и мысли лишь пустыми иллюзиями. Поверьте, это карточный домик без основания и фундамента. И мы знаем, что у каждого из нас есть выбор, и главное – сделать его правильно. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!